Арест сенатора от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова может быть связан с их конфликтом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На Кавказе Рауля Арашукова считают газовым королем, он занимает пост советника генерального директора «Газпром Межрегиогеангаза», той самой компании, которая в январе отказалась списывать жителям Чечни долги за газ в размере 9 миллиардов рублей. Пятигорское отделение «Газпром Межрегиогеангаза», в руководство которого в разных должностях входили Рауль и Рауф Арашуковы, имеет серьезное влияние на Северном Кавказе. Оно отвечает за газоснабжение Ингушетии, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Основы влиятельности семьи Арашуковых были заложены еще в 2000-х, говорит УРАРУ старший научный сотрудник РАН ХИЭС Константин Казенин. По его словам, контроль над газовой системой дал им значительные активы. Кроме того, на протяжении длительного времени семья Арашуковых контролировала Хабесский район Карачаево-Черкесии. В последнее время в регионе ходили слухи, что Арашуковы развернули масштабную кампанию против многих влиятельных фигур в республике, рассказал УРАРУ директор Центра развития региональной политики Илья Грощенков. Кроме того, они серьезно залезли в дела соседних республик – Чечни и Дагестана. Причем главным виновником называли отца арестованного сенатора, Рауля Арашукова. «Полагаю, что в силовом исходе дела против чересчур взорвавшегося сенатора были заинтересованы все», — сказал собеседник агентства. Помимо прочего, Арашуков испортил отношения и с главным политиком Кавказа, Рамзаном Кадыровым. Источник, близкий к республиканским властям, на условиях анонимности рассказал УРАРУ, что длительное время Арашуковы якобы были дружны с Рамзаном Кадыровым, однако затем, похоже, их пути разошлись. Родственники Арашукова и Кадырова вместе руководили федеральным казенным учреждением управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Федерального дорожного агентства. Позднее между ними произошел серьезный конфликт, и дружба не просто закончилась, а трансформировалась во вражду. Противостояние с Кадыровым стало определяющим в падении Арашуковых, предположил собеседник УРАРУ. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.